За последние три дня в Индии жертвами наводнений и оползней, возникших вследствие непрекращающихся проливных дождей, стали минимум 50 человек. Осадки привели к перебоям в подаче электроэнергии и работе водопровода, повреждены дороги. В некоторых штатах пропавшими без вести числятся 13 человек. 800 тысяч жителей штата Одиша были вынуждены покинуть свои дома. В штате Химачал-Прадеш на севере страны бурное течение обрушило опоры железнодорожного моста, в результате чего сооружение рухнуло.